Приветствую вас, друзья, на канале Сибиряшка готовит. С вами Елена. Посмотрите, какая прелесть. Жареный минтай с хрустящей корочкой. Делюсь своим фирменным рецептом. Скажу так. Мужчина от него просто без ума. Да я и сама его люблю. Обожаю. Все просто и очень вкусно. Давайте посмотрим, как он приготовился. Горячий. Вот такой большой кусочек взяла. А потолще, сочный внутри. Посмотрите. И вот эта вот обалденная корочка хрустящая. Очень ароматный. Все секреты, все видео. Поехали. Рыба для жарки должна быть свежей. А посмотрите, как я ее хорошо почистила. Сверху железной щеточкой. А внутри убрала черную пленку, которая может дать горечь. И вот здесь вот от позвоночника очистила кровь. Это очень важно, чтобы рыба не горчила и была чистой и вкусной. А начинаю ее нарезать порционно. У меня такой средний минтай. А хвостовую часть я не буду разрезать. А вот где повыше, я разрежу напополам. Одна часть у меня получается с косточкой, так ее и оставлю, а вторая без кости. И так буду сейчас делить всю рыбу. Заливаю соевым соусом. А все точное количество, как обычно, смотрим под видео. Берите качественный. Добавляю приправу, в состав которой входит имбирь, кориандр, черный перец, лук. В общем, специальную взяла для рыбы. Если не найдете, то хотя бы, чтобы такие добавки были. Перемешиваю. И оставляю нашу рыбку на 3 часа, но желательно на ночь мариноваться. В течение этого времени я буду ее помешивать. Вот смотрите, какая она уже насыщенная, красивая стала, ароматная. В сковороду наливаю растительное масло. Отдам ему как следует прогреться. Давайте посмотрим на рыбу, как она у нас выглядит. Вот филе мяса. Оно имеет однородный цвет. За счет этого рыба получится очень вкусной. Рецепт проверенный. Обваливаю в муке. Выкладываю в разогретое масло. Вот кожицей вниз. Те кусочки, которые есть без кожицы. Чтобы она у нас такая была хрустящая, вкусная. А температуру выставила выше средней. Так, чтобы у нас рыба не варилась с вами, а именно обжаривалась. Это очень важно. И близко к друг другу я не кладу кусочки. По той же самой причине. Если вот близко положить, рыба получится вареной. А мощность плиты у всех разная. У меня приблизительно минуты 4 обжаривалась рыба. Смотрю, немножко подзолотилась, переворачиваю ее. Посмотрите, какая образуется хрустящая корочка. Поэтому обваливайте как следует в муке, чтобы вот она имела место. Очень аппетитно выглядит. Друзья, я хочу, чтобы вы приготовили минтай именно по нашему рецепту. Написали комментарий. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного аппетита. Пока-пока.